Здравствуйте, дорогие зрители! На экране перед вами документальный фильм «Лес». В нем мы обсудим всю биографию леса, начиная с древнейшей истории и заканчивая охраной леса. Оставайтесь с нами, будет интересно! Первое, с чего мы начнем, это история леса. Как уже можно было догадаться, все начинается с первых растений, которые, в свою очередь, были обнаружены в Австралии. Их возраст колеблется от 395 до 400 миллионов лет. Первый лес был похож на гигантское кустарниковое поле, образовавшееся 370 миллионов лет назад. Только представьте, вы прогуливаетесь по поляне, состоящей из гигантских овощей и плунов, достигших 7,5-метровой высоты. Спустя примерно 35 миллионов лет на суше распространились густые леса, высота которых уже достигала 30 метров. Состояли они по-прежнему из гигантских овощей и плунов, а также из древовидных папоротников. В это же время появились и первые голосеменные растения, которые будете изучать подробнее в 8 классе. 280 миллионов лет назад, когда происходили процессы горообразования, а также глобальное распределение суши и моря, начали распространяться первые хвойные деревья из-за более сухого климата. Они начали вытеснять гигантские хвощи, плоны и древовидные папоротники. 100 миллионов лет назад стали доминировать цветковые растения. Среди них были предки современных дубов, фикусов, кленов и других деревьев. Вторым по плану идет структура леса. Одним из самых важных компонентов структуры – это ярусы. О них мы сейчас и поговорим. Все начинается с лесной подстилки. Слой органических остатков на поверхности почвы в лесу. Они состоят из опавших листьев, веток, коры и прочего. Также ее можно назвать гумусом. Следующий ярус – травяной. Состоит он из травы, а также мелких кустарников. Иногда бывает и маховой ярус. Но не во всех лесах он встречается. По очереди, следующий ярус – это подлесок. Из себя он представляет более высокие и крупные кустарники, а также небольшие деревья. В Эстонии, например, встречаются лещина, жимолость и калина. Самый большой по размеру ярус – это древостой, или же полог леса. Это совокупность крон сомкнувшихся деревьев. Состоит он из высоких и больших деревьев. Не стоит забывать и про не менее важные составляющие, такие как опушка и валежник. Опушка – это полоса перехода к смежному типу растительности. Обычно на опушке деревья покрыты листьями на всю высоту. В Эстонии, например, весной там растут цветы, такие как перелеска, мать-мачеха, белая ветреница, анемона и другие. Кроме опушки есть еще и валежник. Это упавшие на землю стволы деревьев, а также ветки и прочее. Свежий валежник может использоваться в качестве топлива. По распространению лесов я могу сказать то, что во всех тех местах, где возможен устойчивый рост деревьев, произрастает лес. Основным фактором, влияющим на возможность произрастания лесов, является, как ни странно, количество осадков. Их должно быть не менее 200 мм в год. Например, в Эстонии среднее количество осадков в год 835 мм, а для сравнения в Саудовской Аравии только 100 мм. Остальные факторы, например, как количество тепла или состав почв, влияют в основном на видовой состав леса, такой как лиственный, хвойный и другие. Также в пределах зоны произрастания лесов встречаются безлесные участки, где лес не может вырасти либо из-за пожароопасной обстановки, либо окружающая обстановка сильно ухудшена под влиянием природных причин. Кустарники, травянистые растения и даже лишайники и мхи могут препятствовать восстановлению лесов и, возможно, могут вытеснять их. Также восстановлению лесов на вырубках, гарях и заброшенных сельскохозяйственных угодьях могут препятствовать животные, например, кролики, мыши и другие. Также интересно посмотреть на распределение лесов по странам мира. Первая пятерка – это Россия – 809 миллионов гектаров леса, Бразилия – 520 миллионов гектаров леса, Канада – 310 миллионов гектаров леса, Соединенные Штаты Америки – 304 миллионов гектаров леса, Китай – 210 миллионов гектаров леса,
а Эстония находится на 98-м месте в мире, с 2 231 тысячами гектарами леса, что составляет 50% от площади страны. Следующее, о чем мы поговорим, это типы леса. Тип леса – это основная единица классификации лесов, в которую входят участки леса, в которых как древесные, так и остальные ярусы имеют общий состав растительности. Они требуют одних и тех же лесохозяйственных мероприятий при равных экономических условиях. Я знаю, что ничего не понятно, но сейчас я постараюсь объяснить. Типы леса характеризуются аналогичной фауной, характеризуются своими экологическими взаимоотношениями, процессами развития и восстановления. Понятнее будет на примере. Есть коренные типы леса, которые развиваются в природе без влияния человека или природных катастроф. А есть производные типы леса, которые, в свою очередь, сменяют коренные типы леса в результате воздействия этих факторов. Последовательно сменяющиеся коренные и производные типы образуют серию типов леса. Теперь давайте пройдемся по климатическим зонам. Существуют тропические леса, а именно влажные, сезонные, савановые и сухие. Влажные тропические леса – это вечнозеленые лиственные леса с влажным климатом, которые распространены преимущественно в экваториальном, реже в субэкваториальном поясах. Еще есть леса и умеренного пояса, которые произрастают в основном в северном полушарии, занимая большую часть Европы, большие территории в Азии и Северной Америке, а также небольшие площади Новой Зеландии. Также леса умеренного пояса растут в Эстонии. У нас произрастает смешанно-лиственный лес. Однако в юго-западной части Эстонии больше распространены именно лиственные леса. Также в лесах умеренного пояса несколько ярусов растений. В Эстонии также встречаются и два яруса древостоя. В первом ярусе распространены сосна, ель, дуб, ясень и другие. А во втором же ярусе пихта, клен, липа и другие. Типа леса мы поговорили, но где же обитают животные? Животный мир лесов, или иначе лесная фауна, это животные, которые живут в лесу. В лесах Эстонии обитают волки, лисы, зайцы, белки, бобры, ежи, лоси, кабаны, косули и другие. Лесная фауна составляет до половины всех видов животных. Также лесная фауна значительно различается в разных географических зонах. Например, во влажных тропических лесах фауна намного богаче и разнообразней, чем в лесах умеренного пояса. Животные очень важны для леса, они сильно помогают его росту и развитию. Многие обитатели леса переносят на себе семена растений, что помогает растениям распространяться. Многие насекомые приносят лесу пользу, опыляют цветки растений. Также стоит сказать, что различные животные живут в разных лесах, а также в разных частях леса. Например, многие птицы живут исключительно в хвойных лесах, а некоторые предпочитают исключительно опушки лесов. Также в Эстонии обитает более 300 видов птиц, однако только 200 из них гнездятся в лесах Эстонии. Вот несколько примеров. Филин, сизая чайка, водяной пастушок. И множество других птиц. В Эстонии есть много различных лесов, начиная с влажных, болотистых и заканчивая сухими хвойными лесами. У каждого леса есть свои особенности по сравнению с другими, такие как ландшафт, влажность, возраст и географическое расположение на карте. Следовательно, в каждом из лесов растут свои растения и живут свои животные. Все это зависит напрямую от главных факторов леса. Например, в Иру находится болото, следовательно, это влажный пологий лес, в котором растут влаголюбивые растения, а на таллинских, сухих, холмистых возвышенностях растут сухолюбивые растения. На холме Суур-Мунамяги есть все условия для произрастания там смешанно-лиственного леса, в то время как в более южном Виленде растут лиственные леса со своей флорой и фауной. Как вы поняли, леса не только Эстонии, но и вообще это не только пару деревьев, а и целая система, в которой живут и животные, и растения. Но из растений не только деревья, но и кустарники, мхи и прочие, а также некоторые из них могут быть съедобны. Лес является для животных не только пищей, но и жильем. Об этом вы сейчас и узнаете. Следующее, о чем мы поговорим, это про среду обитания других организмов. Сейчас я буду рассказывать преимущественно про Прибалтику.
Теперь вы знаете, что лес это не только интересное место, но и пропитание и жилье для животных. Однако чем же они питаются? И что же можно есть человеку? Начнем по порядку. Есть два основных меню. Это плоды и это грибы. На диких яблонях это яблоки. На кустах малины это малина. На болотах также часто растет брусника, морошка и клюква. Теперь про грибы. Маслята, которые растут в чаще хвойных лесах, перед употреблением надо сварить. Подосиновик, который растет под осиной, а иногда и под березой, полностью съедобный гриб. Зонтик – это один из самых узнаваемых грибов. Растет он на лугах и лесных опушках. Его также можно есть. Про животных достаточно сложно рассказать, чем они питаются. Но про некоторые все же могу. Медведь – он всеяден. Он может питаться и ягодами, и убитым животным. Заяц – питается овсом и клевером. Местами поедает грибы, зимой питается маленькими веточками кустарников. Белка питается орехами, семенами, плодами и ягодами, которые она заготавливает осенью себе на зиму. Про животных мы поговорили, о их питании тоже. О растениях мы поговорили, о экосистеме тоже. Но что же делать в лесу человека и почему леса еще существуют? На второй вопрос я отвечу чуть позже. В первую очередь, человеку и вообще всем живым организмам на Земле нужен лес для жизни, так как растения, поглощая углекислый газ, выделяют кислород, который необходим для дыхания. Но помимо основной функции деревьев, человек догадался использовать лес в своих намерениях. Первое – это, конечно же, строительный материал, ведь древесина достаточно легкая, хорошо плавает, а также очень доступна. Тут и не поспоришь, ведь человек, начиная с древних времен и по сегодняшний день, использует древесину для строительства, и не только. А людям нужен лес в качестве пропитания, например, грибов, ягод и прочей вкуснятины. В эстонских лесах есть много съедобных вещей, таких как земляника, малина, как я уже говорил, различные грибы и другие. А теперь пора ответить на второй вопрос в начале темы. Почему леса еще существуют? Казалось бы, если человек так бурно и активно использует лес так много времени, то как лес еще остался? Благодаря охране леса, нашей следующей темы. Но, к сожалению, из-за человека лес медленно все-таки исчезает. Последняя тема, про которую мы сегодня поговорим, это охрана леса. Казалось бы, что тут такого? Но это действительно очень важный пункт. Сегодня объем вырубки леса нередко в несколько раз превышает объем естественного восстановления. В связи с этим в цивилизованных странах, таких как Эстония и не только, уделяется много внимания воспроизводству леса, как путем лесопосадок, так и полного запрета в некоторых лесах любой хозяйственной деятельности. У нас такой лес называют «Riigimets», что в переводе означает «государственный лес». Благодаря этому в этих районах обеспечивается естественное воспроизводство лесов. В Таллине вы также можете побывать в Нымбевском лесопарке, в котором почти нет мусора, а также все благоустроено для прогулки на свежем воздухе. Еще можно посетить лес Эйсмяя и лес Пиритта. Там это тоже все есть. Также в Эстонии работает контора РМК, что означает «Riigimetsa Majandamise Keskus», что в переводе значит «Центр управления государственными лесами». Эта контора следит за лесами и заповедниками Эстонии. Ее сферы деятельности входят охрана природы, сбыт древесины, лесное хозяйство, землепользование и рекреация. Также эта компания высаживает и ухаживает за молодыми лесами. И именно благодаря контролю лесов в Эстонии так много различных видов растений и животных. Как вы видите, фильм подходит к концу. Теперь вы знаете, что лес это не только слово, но и целая экосистема. Теперь, когда вы будете прогуливаться по лесным тропинкам, вы будете понимать, что лес это что-то большее, чем просто деревянные столбики с листьями. Лес это целая экосистема, где все разложено по полочкам и со своими жителями и флорой. Теперь вы знаете, что такое лес.
Всем пока!